Assalomu alaykum, Illuza Live ko'rsatuvini ko'rib borayotgan aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, Zo'r TV'ning ashaddiy muxlislari. Mana yangi yilga ham oz qoldi. Mana shu fursatdan foydalanib, barchangizni kirib kelayotgan yangi 2019-yil bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Aynan mana shu yilda rejalashtirilgan barcha ishlaringizni amalga oshishini tilakdoshimiz. Demak, bugungi dasturimizda ham noodatiy namoyishlarni guvohi bo'lishingiz mumkin. Qolaversa, xalqimiz ardog'idagi ajoyib san'atkorlardan biri bilan suhbatimizning guvohi bo'lasiz. Aynan hozir ko'rsatuvimiz qahramonlarining yurtdoshlarimiz orasida taqdim etgan namoyishlarni birgalikda kuzatamiz. Мы готовы удивлять вас, друзья, поэтому без бошлядик. Смотри, я кое-что достану у тебя, и как всегда, из-за уха мы достаем. Проверяй монету, проверяй. Представь, что она... Можно укусить? Да, да. Проверил? Да, проверил. Теперь клади мне ее на ладошку вот сюда. Вот сюда? Да. Все. Есть, знаешь, что у каждого фокусника есть специальный друг, который помогает ему, ну, то есть, ну, делать так, чтобы, да, делать так, чтобы монетка исчезала. У меня такой друг есть, смотри внимательно, мы его сейчас позовем, я попробую сделать так, чтобы он вышел, он забирает монетку и уходит просто, вот и все, исчезает она. А есть с собой ключи? Какой? От дома. У меня вот есть один ключ, но он, видите, какой? Он, я покажу, у него нету зубцов. Да, да, да. Да? А вот у вас есть зубцы, проверьте, пожалуйста, его. Можете на камеру вот так вот, да, что он железный. Обычно здесь на зубы проверяют многие. Ага. Теперь я хочу, чтобы вы показали свой ключ тоже на камеру. Вот здесь сложности, правильно, есть? Да, давайте, да, мне вот этот ключ. Сложность есть в том, что вырезать каждый зуб. Это сложно, правильно? Теперь скажите, сколько времени мне уйдет сейчас, чтобы взять ключ и на нем сделать зубцы? Зубцы? Да. Со станком? Да, со станком. Здесь. Но я по-другому попробую. Смотрите, вы его проверяли. Я его на камеру еще раз покажу. А теперь интереснее сделаем. Я вот сюда отойду, вы просто посмотрите. Можно я зубцы потрогаю? Ага. Покажу просто, что... Скажите, вы часто телефон отдаете на ремонт? Нет. Нет. А вы часто его дома чистите сами? Да. Часто? Я вам один такой способ покажу, я его включу. Он сейчас включенный же. Как его можно почистить, хорошо? Вы готовы? Попробуем просто. Раз, два, три. Иногда я его могу прочистить изнутри. Пробуем. О, мягкий у тебя стал. Нормально? Нормально? Можно кольцо? Теперь попробуем медленно на камеру это сделать. Вы готовы? Можно? Вот, вот, вот. Ой. Сказали нет, руку сделайте вперед. Очень медленно, смотрите.
Два стало. Правая рука. В правой руке. Правый шарик. Переворачивается. Левая рука. В левую вот так вот. А? Теперь смотрите. Левый шарик, правый шарик. Правильно? Смотрите, магия. Открывайте. Правый переместился сюда, левый сюда. Они поменялись. Вы заметили? А? Нет. Не заметили? Нет. Еще раз попробуем. Еще раз. Я знаю, бывает, не замечают люди. Открывайте. Смотрите, обратно поменялись. Правый вернулся в правую, левую в левую. Вы думаете, это невозможно? Я попробую сделать. Один к себе, один вам. Закройте, переверните. Очень медленно. Как это? Круто? Ну вот, на камеру посчитаем. Раз. Готовы? Смотрите внимательно. Открывайте. Вот. Теперь интереснее для всех, для всех. Если один я убрал в карман, второй взял, вот сюда положил и убрал в карман. Сколько здесь? Два. Два? Три минус два. Сколько будет? Один. Правильно, один. Почему два говорите? Два, брат. Два? Тут же два. Давайте заново начнем. Здесь три. Три минус два, три. Руку поставьте. Еще раз для всех. Один. Убираю в карман. Все. Один убираю сюда и один в карман. Сколько? Нет. Ну попробуйте. Вот правильно говорят. Три минус два. Два, два. Два, два. И одного. Спасибо вам. Assalomu alaykum, biz Samarqand Darvoza ko'ngilochar markazidamiz. Bugun xalqimizni birgalashib hayron qoldirishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Kimga ko'rsatayman? Keling, sizga bitta karta olasiz. Menga ko'rsatmaysiz, hammaga ko'rsating, men qaramay turaman. Eslab qolinglar, e'tibormanglar faqat, xo'p? Eslab qolinglar hammanglar. Yana qarang. Savolning xohlagan joyingizga. Yana ham ishonch hosil bo'lish uchun o'zingiz aralashtirib yuboring. Tegmanglar. Yaxshilab aralashtiring. Ko'zingiz orqali kartani topaman. Keling bu yoqqa. Keling. Qarang. Kartani sizni ko'zingizga qarab aytib berganim qiziqroqmi yoki ichidan topib berganim qiziqroq? Ichidan topaman. Ichidan topib beraman. Mana xo'p. Tak. Hozir 1 minut. Qani. Kartani men bu yoqqa qo'yaman. Uzr, uzr. To'xtanglar, yana boshqatdan mana. Keling, siz ham bitta karta oling, bitta karta oling. Tezda, tezda oling bittasini, ko'rsating kameraga. Faqat 6 g'ishdan davom et. 6 g'ishdan davom oldingizmi? Keling, boshqatdan. Va boshqatdan keling. Tak, endi sizga ko'rsataman. Mana shunda ushlang bitta karta oling. Oling bitta, любой bitta kartani oling. Ko'rsating, ko'rsating. Ko'rsating. Endi qarang, kartani mana shunda yuragingizga qo'yib turing. Yuragingizga qo'ying. Ko'zimga qarangchi. 9 g'ishdan ekan, to'g'rimi? Qani, ko'rsatamiz. 9 g'ishdan ekan. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Bitta qarsaygina bo'lsa. Mana kaloda karta bor. И buni zashitligi bor. Tekshirib ko'ring, ichida bu narsa bor. Hech narsa yo'q-a? Qarang. Men oldin sizga qo'l tezligini ko'rsataman. Bir. Qo'limda yana karta. Darish qani, kartani men kalodaning ichiga solaman. И tekshirdingiz-a? Kalodani idishni ichiga solaman mana. Bir nima? Kaloda yo'q bo'lib ketadi. Sovuq. Bora, kaloda yo'q. Charchamanglar, yaxshi o'tiringlar. Assalomu alaykum, aziz aka. Ko'rsatuvimizga yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelayotgan 2019-yil yangi yil bilan sizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Aynan mana shu yilda o'tgan yilga erishilmagan maqsadlaringizga bu yilda erishishingizni tilakdoshimiz. Rahmat, chiroyli tilaklar uchun men ham sizlarni yangi yilni tabriklayman. Rahmat. Faqat sizlarni qolaversa barcha yurtdoshlarimizni ham kirib kelayotgan 2019-yil bilan tabriklayman. Dasturimiz Illusion Life bo'lganligi uchun to'g'ridan to'g'ri illyuziyaga bog'lanadi savollarimiz. Aziz aka, bilasizmi, ko'plab illyuziyachilar bor dunyo bo'yicha, yurtimizda ham ko'plab. Va barcha illyuziyachilar asosan ma'lum bir so'zlarni ko'p ishlatadi.
Aynan mana shu so'zlarni sanab bera olasizmi? Abrakadabra bo. Aha. Arra darra karra bo. Kufsuf. Kufsuf. Endi kufsuf hozir sal boshqacha yo'nalishda ishlatilmoqda. Ya'ni ayollar sal boshqa yo'nalish berib yuborishdi kufsufga. Yana akkara dukkara cho'kkaramu shunaqasi ham. O, bilar ekansiz. Yana bitta bir mashhur filmda bor edi. Film oti esimda yo'q. Snip, snap, snuri, snuri, bazilur edi. Aynan bahor. Yana shu eng taniqli gapi fokus pokus degani bor edi. Bo'ldi. Aziz aka, mana ko'plab muxlislaringiz qiziqadi, ya'ni mana shu balki obrazingiz bilan ajralib turarsiz. Siz nafaqat aktyorsiz, balki Zo'r TV'ning yaxshi boshlovchilar qatoriga kirasiz. Bundan oldin Time Off ko'rsatuvini olib borgansiz, hozirda esa Laser Tag ko'rsatuvini olib boryapsiz. Lekin obrazlar bir xil. Umuman o'zgarmagan, nimaga jiddiysiz? O'zi shunaqaroqman, sal ko'p bu birinchi marta so'rashmayapti. Time off-ga kelsak, har bir narsani ibtidosi bo'lgani kabi imtihosi ham bor. U sal qiyinroq ko'rsatuv edi, chunki uni dekoratsiyasida biz juda ham qiynalardik. Shu sababli shu 1 yil davomida amallab xalqimizga yoqadigan darajada qilishga harakat qildik. Uni cho'zib olsa, menimcha biz qiynalib ham qolardik dekoratsiyasiga, shunga shu sababli yopib u ko'rsatuvni vaqtinchalik nasib qilsa yozda yana bir davom ettirmoqchimiz, faqat sal yana ham jiddiyroq bo'ladi. Yana ham jiddiy. Xatarliroq ham bo'ladi. Demak, kulish yo'q, faqat jiddiy kulish olib ketamiz. Laser tagga kelsak, laser tag bizani armiyamizni kerak bo'lsa butun jahonga ko'rsatish maqsadida ularga laser tag loyihasini o'ylab topib, xalqimizga mana az ozmuncha kundan beri taqdim qilib kelmoqdamiz. Endi jiddiyligiga kelsak, u ko'rsatuvda endi salom o'rta askarlar demiski kulib, to'g'rimi? Bular jiddiy insonlar. Jiddiyga yarashadi. Bular jiddiy narsani qabul qiladi. Illyuziya san'atiga sizning qarashingiz qanaqa? Illyuziya men uchun bu jiddiy emas desam bo'ladi-yu, lekin bu ham sal xatolik bo'ladi. Sababi illyuziya bu o'zi asli ko'z bo'yamachilik. Bu ba'zi bir insonlarga yoqmasligi mumkin, sababi bo'ldi bu. Mana qotdi-yu, mana naqa yo'q deb o'tiradigan odamlar bor. Saqichayna o'tirib, lekin buni tagida ancha mehnat yotadi, men buni bilaman. Qo'l mehnati, kerak bo'lsa moddiy tomondan ajratilgan bir mehnat yotadi, lekin illyuziyaga yaxshi qarayman. Nu qiziqasiz. Qiziqaman, lekin bilaman baribir ich-ichimdan bu juda ham bir mohirona ishlatilgan ko'z bo'yamachilik. An'anamizga binoan, ya'ni ko'rsatuvimiz nomi Illyuziya Live bo'lganligi bois, hozir studiyamizga aynan mana shunday mohir illyuziyachilarimizdan biri Dmitriy Polikovni studiyamizga taklif etamiz. Вот, появился. Здравствуйте, Дмитрий Поляков, с наступающим. С наступающим, вас также с наступающим всем. Я вижу, вы уже все в этой, как называется это? Гирлянда. Гирлянда. Вот. Я тоже надену, я не знаю, как правильно завязывать? Как-то вот так, да? Ну, еще раз, узел надо же? Нет, задушусь. У шарфи маслякин. Нет, не шарфи. Вот так сделаю. Не знаю почему. Ну ладно, давайте просто я, пусть она будет на мне. Вот так. Все? Нормально? Все. Для начала, ну, в любой колоде, как вы знаете, есть 4 масти. Да. Это пики, крести, буби, черви. Черный и красный. Будет проще, если даже для зрителей это будет всего лишь черное и красное. Все. Я покажу просто самая обычная колода, то есть какие-то карты лежат, где больше там красного, где-то больше черных, все нормально. Теперь самое интересное, я хочу, чтобы вы сейчас выбрали любую масть. Просто не масть даже, а цвет черный либо красный. Ну давай черный. Черный. Цвет настроения черный. Да, цвет настроения черный. Я сейчас попробую сделать. Разложу колоду. Так, мне это мешает. Сейчас, потому что здесь, да, нужно. Если я считаю, что эта карта не моего цвета, я ее убираю. Хорошо. Если вы считаете, что моего, ну своего, вы себе ставите. Угу. Будем по очереди это делать. Вы видели, колоды помешал, да. Например, начну я первый. Я считаю, что это не мой цвет, не красный, я ее уберу. Ваша очередь. Как вы думаете? Интуиция, просто. Ну мой. Черный.
Вы считаете, что черный? Точно. Я просто вам подскажу. Это с самого начала нужно показать, что интуиция иногда подводит. Видите, уже не так. Уже не так. Ну, да? Ну ладно, ладно, на самом деле, представьте, что сейчас заново все делаем. Итак, давайте попробуем еще раз. Считайте, что ваша, не ваша, попробуйте еще раз. Не моя. Не моя, не ваша. Не моя, не. Не мой. Окей, цвет. Убираем. Я считаю, что это моя. Я себе поставлю. Окей, это моя. Давай коучинг. О, давайте, это не моя, я не знаю, не хочу ее брать. Тоже не моя. Вот, тоже уберу. Так, так, быстрее. Сейчас можно? До конца идем, да? Да. Давайте, пусть будет моя, пусть будет моя, пусть будет моя. Но это, наверное, не моя. Это тоже твоя? Не-не-не, не хочу я. Не, давайте, берите. Не-не-не, не хочу. Может, там красный? Не хочу, вдруг там не красная. Я думаю, что это... Нет, не моя тоже. Эту возьму, почему-то хочу. Эту не хочу. Эту хочу. Эту не хочу. А, возьму. И еще. Да, а эту возьму. Ну и ладно, ну и все, все, пусть будет. Все, себе заберу. Теперь подождите. Теперь самое интересное. Я просто хочу показать. Для начала давайте посмотрим то, что мы с вами откидывали. Вариант, который не понравился ни вам, ни нам. Я просто для зрителей покажу, что здесь действительно, ну, разные есть карты. И черные, и красные, чтобы было все честно. Ну, теперь самое интересное. Ну, так, соберите пачку. Не знаю, насколько бывает, что попадается прям там подряд 5-6 карт. Интуиция, да? Я попробую открыть. Охо, хамас кызыл. Кызыл. Сейчас покажу на камеру, давайте, чтобы прям было видно, что у нас у всех, вот все карты, все красные. И попробуем, не знаю, интуиция. Меня не подвела, вот вас посмотрим. Сосдаринг зэти, абракадабра. Абракадабра. О! Я же сказал, что я Богу знаю. Вот, вот, видите, не надо было говорить, надо было показать. И на камеру я тоже покажу сейчас, что... У нас мы сейчас взяли и поделили колоду ровно на две части. Вот так вот, на красные и на черные. Да, это сделали вы, не я. Но я знаю еще кое-что. Я знаю еще кое-что. Я знаю, что вы еще можете показывать фокусы с картами. Я вам сейчас их отдаю. Это ваша часть. Это давайте. Все, просто что угодно, импровизация на камеру можете показать. Любой фокус сам, ваш любимый. Все, я пошел. Это сильно, сильно. Выбирай карту. Давайте она. Давайте я. Давай. Абракадабра. Харень карты. Эмейка. Иди. Курса один. Харга. Да, на харгану. Все, вы же уже сказали, да. А за какие курсы от Махта? Так. Курва слярла, что ли, дурами? А нам карта мне? Маша мне? Да, на, на. Болли? Теперь моя очередь. Давай. Парень, да? Ладно, возьмите любую одну. Любую? Да. Все. Теперь самое интересное. Можно я просто сейчас положу одну карту сюда, чтобы она здесь лежала? Хорошо, с самого начала. Пусть она лежит. Мы ее не будем показывать никому. Все, она здесь. Запомните ее, покажите ведущим, покажите телезрителям. Я не смотрю. Все, я не смотрю. Вот. Все, положите ее на стол также. Теперь самое интересное. Я прям еще раз покажу телезрителям, даже вот ее положу куда-то в центр. Все, это та же карта, да, да. В центре. Какая по счету она, как вы думаете? Сейчас просто даже 20 или какая-то 15, 30. Да? Там всего 50. Нет, 27. О, 27. Можно руку вашу вот так? Представьте, что здесь магнит. А ваша карта тоже металлическая, она притягивается к магниту. Готовы?
Она? Да, о. Сквозь. Я покажу, что здесь на самом деле нет второй такой карты. Все, все разные. Нету второй такой, десятки нету. Теперь вот так для телезрителей прям. Они, наверное, так любят мешать. Все так мешают. Да, я тоже. Так вот. Теперь самое интересное. С самого начала здесь лежала одна карта. Угу. Помните? Да, да, да. Я не знал, какую выберете вы. Я просто достал ее и все. Правильно? Можно медленно, вот, чтобы видели все. Просто, чтобы честно, вот, я взял ее со стола. Я не буду ничего с ней делать. На камеру даже попробую перевернуть вот так. Карты, которые мы просто договорились, на самом деле. Мы просто договорились за несколько часов до шоу. Мы что-то шли, мы боем это было. Бодем, что-то шли, долгим конкурсом. Катнешкин, чем ты келишь володик? Говори правду, чё. Да, да, ладно, все. Я на барбар ташрифингиз учу, на коттекон рахмат, крып келеткен янгир, сізге хайрли ва оматли келсен. Рахмат сілеге. Курсатуге чакрген учу, рахмат. Фурсаттан файдаланып, барча, шахсан узым номынан, кола ерсе, зур ТВ номыдан, крып келеткен 2019-чы ел билан, табриклима. 2019 yil barchamizga faqatgina yaxshilik olib kelsin. Телезрители, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. И лично я хочу пожелать, чтобы чудес было в три раза больше. Кирип келеткен янги 2019 йил барчангизга хайрли ва омадли келсин. Янги йилда янги орзулар ва ғалабалар ҳамроҳингиз бўлсин. Янги йилингиз муборак бўлсин.